красавица. Коляска с большими колесами утопает. Ребята, сказать, что это волшебство, не сказать ничего. Просто сказка. Это просто сказка. А воздух свежайший, просто легких не хватает. Так очень-очень красиво. Прям природа приготовилась к Новому году. Там уже микрорайон Парнас видно. А здесь... Очень много на ледянках катаются люди, на лыжах ездят. Очень здорово. Всем привет! Всем привет! С вами Константин, Татьяна, Елена и собака чья-то. Ванесса. Ванесса, иди сюда. В общем, у нас неделю с перерывами. Шел снег. Временами то сильно, то не очень. Красота. Сегодня где-то 0-1. Мы пошли в парк поснимать красоту, вам показать. Ну и заодно подвести итоги года небольшие. В первую очередь хочется сказать всем, кто нас смотрит, всем, кто подписался на нас, огромное спасибо. Вот. Нам это очень ценно. Пишите побольше комментариев, потому что обратная связь также ценна. Да, спасибо вам за то, что смотрите, за то, что поддерживаете, сопереживаете. У нас был очень насыщенный год. Мы снимали, старались снимать весь наш переезд из Благовещенска в Санкт-Петербург в реальном времени. Не всегда это получалось выкладывать из-за технических особенностей нашей трассы, так скажем, интернета. Ну, так вот. Старались. Да, мы старались. Год был насыщенный, год был позитивный. Все хорошо. Мы купили квартиру в строящемся доме. Она строится. Пока так в съемной и живем. Сына учится. Сын учится. Дочь растет. Да. Вот. Вот так вот. За этот год мы видели столько, за сколько мы не видели за всю жизнь. Да, за все наши 30 с копейками лет. Ну да, копейки такие с хвостиком. Год был очень-очень эмоциональный, очень насыщенный. Желаем вот каждому испытать такой же год, как у нас был в этом году. Да, по эмоциям, по... да. Вот так вот. Мы с вами уже увидимся в следующем году, так что поздравляем с наступающим Новым годом, наверное, и с Рождеством. И с Рождеством. Желаем, чтобы ваши все желания также исполнялись. Да, как исполнилось наше. Мы не жалеем. Санкт-Петербург нас покорил, восхитил и влюбил с первого взгляда. Вот. Ну, с Новым годом! Всем пока. Ну вот, вот. Доча, тепло ж, но не настолько. Давай, одевай. Пока-пока, маши. Пока. Твоим зрителям. Пока. Всем пока. Ну, в общем, спасибо всем за поддержку, что были с нами. С наступающим вас Новым годом, чтобы все мечты сбывались. Ну а мы едем дальше. Пока. Пока-пока. Пока-пока.